Отдельно в своем интервью газете «Егемен Казахстан» Касым Жомарт Токаев остановился на юбилейных датах памяти выдающихся исторических деятелей. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагомбетова и Рахымжана Кошкарбаева. По мнению президента, чествование этих дат станет полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности. Кроме того, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В этом направлении также начнется большая исследовательская работа, сообщил глава государства. Также в этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Над ним сейчас работают более 200 отечественных ученых и десятки зарубежных специалистов. Нужно избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства, заявил в своем интервью Касым-Жомарт Токаев. Собственно говоря, именно стратегия развития страны проходит как основная красная линия в интервью главы государства. Мне как историку больше всего запомнилось то, что глава государства уделяет большое внимание, да, национальной истории. Он отмечает, что сейчас вот создается большая фундаментальная научная работа, это семитомное издание о нашей национальной истории. Очень приятно, что определенное внимание уделено выдающимся личностям. Я думаю, что это очень важно именно для подрастающего поколения.